Ну, understandable, understandable. Я разрушил 50 мифов за 24 часа, безумие! Пожал смотреть этих ребят. Количество абсурднейших и эффектных мифов, которые они разрушили, впечатляющее. Но время не щадит никого, и программа с этим кастом перестала существовать еще в 2016 году. Реально? Поэтому сегодня я думал, на этом я разрушу 50 мифов за следующие 24 часа. И первый миф гласит, что невозможно сделать трюк под водой. Он Босин, он закосплеил Босина. Босин же тоже на скейтборде катается, это косплей. На скейте. Проблема этого заключается в совершенно другой физике движений. Пацаны, это не просто! Несмотря на все, я сделал бесчисленное количество попыток, и все, что мне удалось, это прокатиться на нем. Подставил так это невозможно. И то, что бассейн был с ужаснейшим количеством хлорки, что отталкивало меня вверх. Миф подтвержден. Так, пацаны, секунду. Следующий миф. При падении со второго этажа можно выжить. Охуенный миф. Типа, я даже не проверяя могу сказать, можно. Если ты не состоишь из блять, что это? Это же не пластмасса, это этот... Как это называется? Белая шуршащая такая. Я забыл, у меня с головы вылетело. Ну, типа, да, если ты упадешь со второго этажа, то максимум это вывих ноги. Как же можно умереть, упав со второго этажа? Что за бред вообще? Что за бред-то? Миф разрушен. Если смешать кетчуп... Миф разрушен. Реально, ты сдохнешь, если со второго этажа упадешь. 100%. 100% ты умрешь, если упадешь со второго этажа. Если ты вообще подпрыгнешь на месте и упадешь, ты умрешь тоже, кстати. Не проверяйте. Сейчас ни в коем случае не вставайте, не подпрыгивайте на месте, и вы умрете. Это 100%, я вам отвечаю. Ну, вы же если вот так подкинете манекен, он же разобьется, значит, вы умрете. Там манекен, реально, он же разбился, даже если его подкинуть. Соду получится взрыв. Сам бы упал, чтобы проверить. Реально жрать захотелось. Пацан, сейчас взорвется. Кетчуп может взорваться от соды, чё? Но это не взрыв. Стой. И что, это можно считать вообще за... Нет, это говно какое-то. Миф разрушен. Невозможно выдернуть скатерть, не разбив посуду. А по технике это звучит так... В смысле невозможно? Возможно. Куча видосов есть в Ютубе, в ТикТоке, как это делают, блять, это возможно. Мне нужно сразу резко выдернуть вниз. Это не с первого раза, потому что делается. Это люди учатся этому. Они, ну, это практика. Ой. Лазерные указки пробьет воздушные шары. Для этого, для этого нужна специальная лазерная указка, которая на Алиэкспресс продается. Типа, она так и позиционируется. То, что она, типа, жестко может лопать шары. И то, что она, типа, нагревать предметы может люто. Специальные очки. Ух ты, бля! Ну да. Ну, это специальный фонарик, на необычный. Рабочий! Бля, Никита, руки трусы. На черный, кстати, не сможет. Я помню, в каком году, в 2015-16, с этим фонариком видос смотрел. Черный шарик не лопается. Эх. Точку Жогова. Смотри, я оставляю след. Тогда... Я не наберу 3 миллиона подписчиков до конца 24 года. Это проверишь уже ты? Пожалуйста, нажми на кнопку подписаться. Кактус содержит воду. Я оделся. Это буквально факт, это не миф, блядь. Это буквально факт, нахуй. Вдвое. Это не миф, сука. В учебнике биологии написано. Перчаток. Это не миф. Есть. Подсними. The juice. Офигеть, реально есть что? Я в шоке. Чуть-чуть бывает, не спасает. Минус 2 хп. Разделка, мужики. Офигеть, ну, реально вода есть. Просто как катаны, блядь. Реально вода в кактусах есть. Дотичка влажная, но этим точно не напиться. Миф разрушен. Рост конца. Черт, разрушен. В кактусе, оказывается, воды нет. В кактусе же нет воды. Здесь же, там же точно нет воды. Вот 100%. 100% в кактусе нет воды. Вернемся к этому мифу позже. И сразу следом кактус можно съесть. Во мне есть много мочи, жиза. А пункции берем. А как алоэ вера. Вот он, кусочек маленький, который мне с трудом удалось вырезать. Кактус вкусный. Да, миф подтвержден. Зон снижает скорость падения. Надо было с колючками. Бля! Ну, так вкуснее. Пролететь. Ну что, готовы? Да. Нет, это была шутка, не повторяйте, блядь, меня сейчас тычьем. Че, еще разок? Я не ощутил смягчения. Сопоставляем два прыжка, и становится ясно, что разницы нет. Если положить... Так это то же самое, что просто с обычным зонтиком спрыгнуть. Или с пакетом, как в детстве, знаете, с пакетом, типа, парашют прыгаешь с 10 этажа. Было? У каждого было. Свою микроволновку, оно разлетится. Все, пошла. Прекрасно себя чувствую. Засунь туда в этот что-нибудь железное, вилку какую-нибудь, даже несколько вилок туда засунь. А потом проверь еще миф, что будет, если в этот, в стиралку кирпич ёбнуть и запустить стиралку. Сколько у вас? Охуенные мифы. Ну, минутка есть. Сколько у тебя такое лицо? Блядь. А мне там пахнет, сука. Мак завтраком.
Миф подтвержден. Ничего! Сейчас, погоди. Да что ты сделаешь? Расстреливай яйцо. Крок. Крок. Невозможно съесть ложку корицы, забив это водой. Да нормально делай. Делай именно у вас. Это буквально челлендж из 2014-го, который все, кому не лень, делали. Брайан. Я больше никого не помню с 2014-го. Это все делали. Это типа челлендж называлось. Попробуй ложку корицы. Миф — это для кого ролик? Для так называемого поколения Альфа, которые родились вчера или что? Ам-ням. Это не миф даже. Ну да, корицу невозможно проглотить, она типа, ну, читайте, оно всегда, оно, корицу невозможно намочить. Миф разрушен, блядь. То же самое, но с пачкой чипсов. Она должна кратно уменьшиться. Пошла работа? Опять же, блядь, миллиард видео в ТикТоке. Проверка лайфхаков от того же Димы Масленникова. Когда он там лайфхаки проверял в 2017-м, тоже давно этот миф доказан был. Че он проверяет? Он просто на первую ссылку в интернете написал «Мифы — реальная жизнь!» И типа просто брал мифы оттуда или что? Тут половина мифов, которые в ТикТоке популярны, которые, ну, доказаны уже давно-давно. Все. Здравствуйте. Нормально. Приготовили. Говно 52-52. Это пачка чипсов. Вернее, то, что от нее осталось. Ну, у нее, кстати, хуево как-то сжалось. Там можно как-то красиво сжать, чтобы нормально было. Подтвержден. Сахарная вата растворяется в воде. Все, пацаны, вырубайте. Тут все такие мифы будут. Это вообще известные факты. Сейчас буду это хлебать. Мы засовываем айфон. Про это даже... Здорово, говновозик, нифига, давно не виделись. Про это даже мемные видосы в ТикТоке с енотами вирусились, где енот мыл сахарную вату, и она испарялась. Мофу из позора, мофу из позора. Блядь, что такой миф существует. Какой миф, что там за миф? По-моему, ничего не произошло. Че, будем откапывать? Надо что-то искать. Это слоновая паста или что? Ну я че, виноват, блядь, что такой миф существует? Да, да, ты виноват лично, 100%. Это понятно. У меня в мутке вот это не фан. Миф разрушен. Если вас похитили и замотали армированным скотчем, вы не сможете выбраться. Сука, волосы, падла. Много долбоеб. Если вас убили, то вы не сможете воскреснуть. Пусть он такой миф проверит. Интересно такой. Че, нормально ты меня? Я сниму какие-то руки. Да мне похуй стало. Не, ну давай представим, что это просто подвальное помещение, которые меня поместили. Что-то есть пукнет, какой-то пук. Контакт. Все, мужички. Кто заматывает вообще этой пленкой? Ну, типа, если тебя и замотать, тебя замотает веревкой обычной. Ты хрен тебя, кто видит за лето, замотает, который растягивается за пару сек. Разрушен. У нас есть три продукта, которые тушат остроту. Мы взяли рамен экстри спайси остротой 13 тысяч сковелей, чтобы понять, что его потушит. Клубничка. Почему не 14, не понял? Будет пицца. Я не понял. Есть. Перехочешь. Не, все, ебет. Я не понимаю, в чем прикол, вот именно хавать, не просто по приколу для контента, типа, там, попробовать что-то острое, но вот именно хавать целенаправленно что-то мега острое. Острота, она же убивает максимально вкус. То есть, когда ты ешь острое, вкус исчезает. Какой бы вкус ни был, если прям очень острое, вкус исчезает. Даже не сильно острое немножко вкус руинит. Кто ест жестко острую еду? Типа, зачем? Это никакого вкуса не добавляет, и потом ты срёшь, и у тебя жопа горячая, просто огнем горит, you know? Я не понимаю, честно, типа, для кого эта еда существует острая. Вот есть прикол, самая острая чипса, самый острый мармеладный мишка, что-то еще самое острое существует. Все это, я понимаю, это челлендж, это так, попробуй себя, как ты это выдержишь. Самый острый орешек и т.д. и т.п. Но зачем лапша острая существует? Зачем острое говно существует? Не, это я знаю зачем, это чтоб я ел, очевидно. Но я реально не понимаю людей, которые едят прям очень что-то острое. Типа, ты, да, ладно, ты съел что-то, ощутил кайф, то, что тебе остро. Но потом, когда ты будешь срать, ну, горячее говно — это не кайф, держу в курсе, yes? А чё в чат никто не пишет тогда, странно? Ибо ты, сука! Плачешь, ну чё с лицом? Не, это очень плохо, пацаны. Йогурт не справился. Давай, давай, сейчас... Йогурт не справился, а молоко справилось? Ну, он еще пусть проверит миф, избавляет ли молоко от остроты, что тоже вообще известный факт. Я посмотрю. Так рейд отменен, так может потому, что я его отменил? Я даже еще одну вилочку. Да не знаю, но нормально. Ну вообще есть, типа, острота, базару мало. Не, ну она типа нет. Все, 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 актер сдался. Ну в моменте хорошо тушит. Бля, не. Они разрушили общеизвестный факт, блять. Они сейчас разрушили. Это то же самое, что сказать, существует ли школа?
Я ее не вижу, значит, ее не существует. Миф разрушен. Типа, блядь, то, что молоко избавляет от остроты, это общеизвестный факт. Блядь, охуенное видео, мне нравится очень. Это самый панк. Нет, нельзя автонегатив. Разрушили общеизвестный факт, сука. Ну что? Убей-убей. А молочка такое? Растут ли бананы на деревьях? Я их в магазине покупаю, никогда не видел, чтобы они на деревьях росли. Все, миф разрушен, они растут в магазине. С томатным соком, чё? Там. Раскаленный нож сделали, да, из одного диплока. Очевидно, ем. Сейчас хорошего будет. О, пошло, пошло. Все, по-моему, уже готово. Вау, горячий нож может пилить вещи. Не, не работает. Бред, миф разрушен. Как это, по его мнению, вообще должно работать? Что это за тупорылый миф? Если вы прыгнете, у вас появится 15-й айфон. Вот тоже миф, проверь. Проверь на ролике, это же такой серьезный миф, он точно сработает, наверное. Бей сейчас назойливого ютубера. Я стараюсь очень сильно. Бля, нихера себе, я хочу себе такую штуку. Давай, сейчас со всей дури. Нет, невозможно, тоже, блядь, я в ТикТоке еще лет 5 назад это видел. Хоть и ТикТок лет 5 назад не существовал, а мне насрать. Реально? Вообще никак что-то. Это я его поцеловал, кстати, видите его майку, это я его расцеловал. Подтвержден. Поехали. Бицушечка пошла, блин. А будет миф, можно ли лизнуть локоть? О! Разрушен. Можно до пениса дотянуться, проверял. Ибо ты 100%. 100%. У нас есть коробок. Тарелочку вот так заводим, блядь. Так ты, боты, 100%. Просто всю последовательность проебал. Нарандомил. Можно разбить кирпич, а уже горячевато, сука. Нет, фотонегатив, подкрути мне 20 газдрилов, пожалуйста. Очень классно. Классно. Полнолуние, брат. О, в топчик небольшой. Давай, превратись в волка. 120? Ну, изи. Ты чё, мудак? Это слышно, интересно, было на камере? Это стопудово слышно. Ведро тогда воды... собака, вон собак никогда не слышал, а ты не волк, это собака. Тот же дэмэдж. Да? Спрыгни с 10 этажа, блять, нет, не надо, блядь, я шучу, сука, блядь, почему я на ТЧ стримлю, ёлка? Не доджит, блядь, миф разрушен. На простынях можно залезть на второй этаж. Ну, большой. Ну, если крепкие, то да. Большая страховочка. Перчатки чуть более цепкости дали. Блять, рвется. Не, ну, пацаны, ну то, что я вижу сейчас вот здесь, какой уйдет. Так может, потому что не нужно было закупать простыню по акции за 100 рублей? Видел? Это как будто 100% сейчас. Через пиксель уже развалится. Там даже самое дешевое выдержало, ладно. Я удивлен. Миф подтвержден. Я, кстати, удивлен. Играть в теннис. Теннис. Пенат прибавляет. Он умер, сил, блин. Ужал всем известный моряк попал. На ТГ никто не подписался, 100% боты налетели, 100%. Ну как можно на мой ТГ не подписаться? Типа, как только мое лицо люди видят, они сначала, конечно, ну, их вырывают немножко, ну, там, пищеварение, там все такое. Но потом они подписываются на мой телеграм-канал. А тут ни один человек из 100 с рейда не подписался на ТГ. Так что все, это 100% были и боты, так называемые. Why? Мне кажется, тебе невкусно сейчас будет. Мне не кажется. Только ради силы его сейчас ем. Щавель! И теперь... Щавель! Он стал щавелем! Молча, ну что ж, пенатик разжевывается. И пошел базарчик. Он стал щавелем. Все, пох стало. Пошли брусья. 98. 99. Короче, не прибавляй. Почему даже 5-то не сделал? Почему 5? 99. Короче, миф разрушил. Невозможно лазать по стенам на вантузах. Мужики! Офигеть, он жестко затроллил. Там же точно не видно было, как он стоит на чем-то. Миф подтвержден. Невозможно лезть по стене, как Человек-паук. А Человек-тапок. Смотри. Видишь сосучая? Я отпускаю ее. Это буквально штука из ролика Мистера Биста, где чел так на небоскреб залез. Вот жесткий миф. Все, она присосалась. Жесткий миф. Никто же не смотрит ролики Мистера Биста, там точно нет сотен миллионов просмотров. Пацаны. Пошла! Пошла! Да ну, держит, прикинь. Только я на одной точно не удивлюсь. Я надеюсь, он сейчас скажет, что миф разрушен, это невозможно. С учетом того, что есть ролик Мистера Биста, где чел на небоскреб на этой хуйне собирается. Если я сейчас выключу одну, все пиздец. Слушай, не, реально держит. Миф подтвержден. Карта удерживает воду внутри стакана. Жестко. Микрозазорский. Фулл стакан воды. Ну, сейчас либо обольемся, либо нормально будет.
Ты подсними вот так. А, ну это тоже ТикТоке видел. Подтвержден миф. Было. С помощью кредитной карты можно открыть любую дверь. У нас здесь нет замка. Каким образом любую замков миллиарды существует? Ты не можешь в любом случае любой открыть. Давайте представим такую. Как ты замок вот такой, который висячий, обычный замок дефолтный, как ты его откроешь картой? Ситуацию. Я вор туалетов. Я вам даже несмотря миф говорю, нет, это неправда, этот миф неправда. Как ты кредитной картой откроешь, блядь, замок обычный, дефолтный? Давай я засовываю так карточку. Бля, сучка. Так можно открыть вот эту защелку, которая, ну, автоматически, когда ты ручку дергаешь, открывается. Это если ручка сломалась, то тогда этот лайфхак поможет. Но если ручки не сломаны, если ключом закрыты, то что ключом закрыто, ты не откроешь вот так вот. Держите его, он вот. Какой же дерьмомиф. Все. Пользователь. Я забираю свое. Миф рабочий. От картошки можно зарядить телефон. Короче, я воткнем сначала с вилкой, потом вот так попробуем. Рано. Ничего не произошло. Теперь арбуз. Да ну! Он в курсе, что это необычная розетка? Нужно делать все, что это реально возможно. Ну, от у Мамикса ролики сидел, он от миллиарда картошки запустил зарядку на телефоне. Только для этого необычный нужен блок питания. Иди, разрушен. Если... Бля, реально разрушил жестко, точно на ютубе нет видео, где реально челы от картошки заряжают. Крепить два стаканчика нитки, то они будут работать как телефон. Встаем на максимально далекое друг от друга расстояние. Это буквально шутка из мультиков. Ёбаный твой рот. Алло, это гадкий ченел. Да, оно на самом деле передает. Да, ну вообще отлично слышно, будто я созвонился с тобой. Конечно, да, веревка и два стакана, они же, ну, веревка же передает звук, если вы не знали, это 100%. Это точно не мем из мультиков. Вы, блядь, по фейстайму. Подтвержден, сука. То есть их вообще не смущает то, что как веревка может звук проводить? Веревка, блядь. Их не смущает то, что просто когда стакан говоришь, звук более громкий, им кажется, что и лучше слышно. Утвержден? Фристайла. Ни у какого не существует в реальной жизни. Сосайте лалки, миф разрушен. Невозможно закатить все шары в бильярде одним ударом. Хорошего сейчас делаю. Теория вероятности возможна. Невозможно вытянуть игрушку в автомате с первого раза. Игрушки такси. Бля, я так понимаю, он придумал 30 мифов, а дальше просто накидывать говна на вентилятор начал. Я честно скажу. Все, у меня две попытки, давай. Нам нужно с первой вытащить. А это вообще возможно? Крипера, все. Крипур! Давай вторую, слышь, по приколу сделаем. Мистер Криптор! Криптор! Я смотрел, как эти штуки работают. Там стоит херня, датчик, который на определенную, короче, блядь, как вам объяснить? Кто-то выбил игрушку. Когда игрушка падает в приемник, где ты ее забрать можешь, там есть какой-то лазер, который понимает, что игрушка сейчас упала. После того, как игрушка падает, счетчик, в этом автомате счетчик, он сбрасывается. Например, там через только 100 игр снова будет нормально захватывать эта фигня. То есть до 100 игры, вот после того, как кто-то выбил, следующие 100 игр, эта херня, эта рука, она ничего не захватит. Она будет захватывать и расслабляться моментально после этого. Вот. То есть, ну, если тебе повезет, и ты на 100 первый раз придешь, то с первого раза выбьешь, да. Проблять. Пошла лудочка. Слышь. Какая просто... Ну, там невозможно, ты можешь идеально захватить, она все равно отпустит. Просто, блин. Тогда она специально... Мне кажется, они как в ролике Крипера 2004 просто рукой взяли. Смотрели ролик Крипера 2004, мы проиграли все деньги в казино. Там, где они эти автоматы крутили. Ну, не крутили, а пытались выбить. И потом в конце они рукой просто достали. Эта игрушка лучше, чем баксик. Не разрушен. Быть не может. Мы готовим абсолютно новый дроп. Стало куда пизже, пацаки. Брендированная игрушка упаковочка, где вас ждет вот такой вот дебилус. Скинь еще раз ссылку. Вылезаемус. Пупырчатая пленка защищает от любого урона. Здорово, Зетка! Вообще было не больно. Обопальста. Парень, мне надо встать. Спаун, когда на риске? Спаун, когда 100 фактов! Каенш. Миф подтвержден. Если сунуть палец в вентилятор, то его... Говно на вентилятор! Накинь говно на вентилятор, пожалуйста, это моя мечта. Мы будем проверять это на морковке. Я говно на вентилятор. Скорость. Когда лич как ест лич с говном завтра? Почему она как попрыгунчик? Я не понял, давай вторую. Вообще конкретно! Ничего, что в вентиляторах самые дешевые пластмассовые эти вентили, которые, ну, типа, тебе даже палец трубить не могут. А морковка, держу в курсе, она, ну... Ну, нет.
Но она, наверное, сильнее, чем кожа пальца. То есть ты в любом случае до кровенно можешь дойти. Кость, очевидно, не отрежет. Кость сильнее, чем морковь. Но даже, ну, обычный театр даже не царапает тебе палец. Как он должен морковку пробить? Ну, ты просто логически подумать. Не надо говно 52-52 на вентилятор. Нетно! Когда батя... Когда батя насрал на вентилятор. И типа веснушки поняли, типа, убейте меня. И просто на ножку его. Миф подтвержден. Две пачки яиц способны выдержать вес человека. По-моему, да, кстати, я что-то такое видел. Он, да. Мне что надо завернуть? Все, поехал. Парни, я встал. Да. Кстати, еще если ты на гвозди встанешь, то у тебя нога не проткнется. Вот тоже миф такой. Проверь. Все. Ух ты. Это не из пачки зубы. Так он на одну ногу оперся, очевидно. Если на двоих стоять, как он и делал до этого, то не ломаются яйца. Если на одну опереться, то, очевидно, сломаются. Окей, спаем. Мужики, я хожу. Миф разрушен. Дышать под водой возможно, погрузившись в контейнер, потому что он на... Это буквально физика, сука, это физика, какой миф. Блять, проверь миф 3 теории Ньютона, 3 закона Ньютона, проверь, пожалуйста, это жесткий миф. Мне кажется, это неправда. 3 закона Ньютона, проверь в следующем ролике, пожалуйста, пожалуйста. Полнится водой не полностью. Что у меня это сделать точно не получилось, ведь он просто не топился. Миф разрушен. Он разрушил законы физики! Он сломал, это первый человек в мире, кто сломал законы физики, ничего себе, он крутой. Тут буквально на видео видно, как там воздух внутри находится, и он такой, миф разрушен. Разрушен. Вегетарианский бургер будет... Миф разрушен, бля, он реально, наверное, три закона Ньютона будет в следующем ролике проверять, и все такие, разрушен, вообще не работает, фигня. Тут такой же, как и обычный, соевых продуктов. А4 так делал. Обычный бургер. Очень недурненько. Запомнили вкус? И следом вегетарианский бургер с растительной котлетой соевого происхождения. Бэээ. Очень плохо, если честно. Реально сено жру. Залупа. Миф разрушен. Есть? Зацени. На сантиметр ниже практически. Миф рабочий. Ну да, никакой же погрешности нет, что тебя чел может немножко выше волос, немножко ниже отметить. То, что ты можешь немножко сгорбиться, блять. Точно нет погрешности. 100%. Всегда в одной в одном месте меряется. 100%. Миф подтвержден. Бутылку протухшего виноградного джуса можно открыть с помощью сандаля. Пацаны, сейчас хуйня будет. Мы поменяли, короче, на тапочек. Я знаю, что нагреть можно горлышко, и крышка вылетит. Вот это я знаю. А вот это херня какая-то. Если это хуйня какая-то. Если в микроволновку, из него выделится больше сока. О, пошла с... Как это теоретически должно работать? Это дюб лимонного сока в реальной жизни. Типа, если ты просто выдавишь лимон, то будет вот столечко сока. Но если ты его погреешь в микроволновке, будет вот столько сока. Это как это должно работать теоретически даже? Как из ничего может что-то появиться? Из-за просто температуры резко станет много сока? Ну тогда я буду покупать, пойду сейчас в магазин лимонный сок куплю, поставлю микроволновку, вот я куплю 1 литр, а после микроволновки у меня 3 литра будет, да? Это же так работает. Макта! Че за тупорылые мифы в этом ролике? Ну типа... Че, смех? Бро, очень хорошо делаем. У нас получилось почти в 2 раза больше. Он реально взял 2 лимона и говорит то, что в разогретом больше. Он реально взял 2 разных лимона, в которых, ну, физически по-разному сок. Где-то толще стенки у лимона, где-то тоньше, где-то больше, где-то меньше сока. Ему просто повезло, что в разогретом было больше. Бля, ну реально, ну даже подумать, как это работать должно? Как при разогреве должно стать больше сока? Это невозможно, из ничего не может что-то появиться. Ёп. Сока. Миф подтвержден. Подтвержден, 100%. Бля, какой же Морталиус гений, он разрушает законы физики в ролике. Он выдумывает новые законы физики, это просто гениально. Кажется, при нагревании увеличивается объем жидкости. Так вот что, когда я чай ставлю, всегда открываю микроволновку, а там он вылет. Во, я-то типа, даже не мог подумать. Это точно не из-за того, что я его переливаю постоянно. Яблоко можно порезать, кинув в него игральную карту. Не мешает. Бэкграунд. Минутка пампа. Стол нищий, магнитный. Стол богатый, деревянный. 100%. Это были 50 мифов. Подписывайся на канал. Обязательно на мой телеграм, пока не заблокируют. На мой, 100%. Чат. Подписывайся на мой телеграм. Там я спалил свой
пенис. У меня самый красивый пенис в мире. Там вот даже прикреплено под пенисом выдержка из книги рекорда Гиннесса, где прописан, где есть фотография моего пениса и написано «Самый красивый пенис в мире». Так что подписывайтесь и смотрите. YouTube. Какое? Скинь ссылку. Фотонегатив, скинь ссылку. Скинь ссылку. Это были 50 мифов из 2016-го. Кстати, что-то такое. Что-то типа того, да. Что-то типа того. Тут, конечно, я согласен.